коллеги, количество жидкости в глазу строго сбалансировано, и любое нарушение этого баланса приводит в том числе и к глаукоме. И в тех ситуациях, когда мы видим превалирование продукции над оттоком, нам нужны препараты, которые воздействуют на оба пути оттока жидкости из глаза. Это и есть основа патогенетического подхода к лечению глаукомы. Эти вопросы мы рассматриваем на рабочих встречах, которые называются «Лечение глаукомы. Терапию выбираете вы». Приходите, будет интересно.